свободу Надежде Савченко, политзаключенной, военнопленной, заложнице, которая была противозаконно похищена на территории Украины, ее родины, которую она защищала. Героическая летчица, дочь украинского народа, сейчас содержится в этом вот так называемом институте сербского. И ее адвокат Николай Полозов считает, что ну, то, что с ней там сейчас происходит, может быть приравнено к пыткам. Ну, соответственно, мы против пыток, мы против незаконного лишения свободы и удержания иностранной гражданки в этом учреждении и вообще, в принципе, на территории России. Волю вязням режиму!